Эй, всем привет, друзья, с вами Александр, это канал Alex86 Play, а это игра под названием Saints Row, или Row, короче, очередной перезапуск серии попал, собственно, ко мне в руки. Вот, сейчас будем смотреть, сейчас будем трогать, сейчас будем щупать, сейчас будем нюхать. Я, короче, не помню, если честно, в какую часть я именно играл. Я помню, что там было знатно веселое мочило, это типа GTA-хи, но с некой такой шуточной долей, где все взрывается, где какая-то неопределенная физика совершенно другая. Вот, можно было вдвоем играть. Мы тогда что-то бегали вдвоем, я помню, все разносили, всех разносили. Но это то ли третья была часть, то ли, я не знаю, серьезно, то ли четвертая. Дальше, короче, не проходил, потому что там что-то ничего нового не было. Вот, здесь, собственно, как-то решили сделать перезапуск в этой части. Но, по-моему, я не знаю, настолько зря они денег потратили. Потому что я смотрел ролик, я смотрел что-то обзорчик. И как бы, собственно... Ничего нового я там не увидел. Ладненько, давайте посмотрим, давайте взглянем. Так, что нам надо? Компания... здесь вроде как есть музыка лицензированная. Я сделал на нет. Вроде будет играть не лицензированно, надеюсь, не забанят. Вот, звучит такая музычка. Так, новая игра. Выберите испытание. Аферист. Не знаю, давайте стандартное. Стандартное, вроде третье. Говорит, третий уровень сложности, само то, я думаю, это средненький. Движок здесь старый, здесь нет ничего нового. Графика, судя по всему, тоже старая. Как бы, ну, не знаю, ничего нового здесь нету. Еще называли ангелами. Ну да, судя по колесам и по машинам. Графика осталась прежняя. С каких-то еще древних времен. Да не говори. Лучше бы новую графику сделали. Вы уверены, что вы пришли на ту вечеринку? Этот праздник в честь святых, не так ли? Бизнес с Маршалом стал менее прибыльным, чем раньше. Я пришел что-то там перед новыми партнерами. Очень быстро субтитры куда-то убегают. Да, знаменитый фиолетовый цвет. Я, собственно, тоже в синем. Горит фиолетовый неон. Какой-то скучненький у них движняк. Кота рыжего только не забыли, да. Они здесь, на вашем месте я постучался. Hello? Здравствуйте. Это Антонио Эспина. Надеюсь, что мы сможем кое-что решить. Реально, субтитры куда-то убегают. То есть очень быстро. Скорость там раз и перелистнулась, и остальные зависли. То есть не очень удобно считать. Так, гардероб. Ага, окей, понятно. Шаблоны. В смысле, это баба? Ой, простите, это женщина? Ё-моё, а чё такое-то? Боец, да? Громила. По-моему, это больше на громилу похоже, чем вот это. О! Да чё все такие мужики-то толстые? Ну это какой-то бляха, а чё с вами реально? Это кто это вообще?
Это мужик? Это мужик или женщина? Шо? Ну, так, а чё такие страшные-то все? Бляха, я даже не знаю, но мужики-то однозначно какие-то. Что? Так, ну давай вот это возьму. Волосы. В смысле? Алло, я тебя не брал, уйди. А, это боссы. Так, тело. Фигура. Что значит локализованный гендер? Чего? Не понимаю, что это такое. Настоял мужчина. Это типа как ко мне будут относиться? Или типа это кого она будет любить? Блях, я даже не знаю, что это такое. Ага, это все понятно. Ну это сразу вот так вот. А что-то меняется, нет? А, ну да. Так, размер паха. Что, бля? А, ну понятно, короче, как в киберпанке, да? Так, ладно, это, короче, мы не будем сильно запариваться. Так, типы кожи. Ой, ёптить-моптить. Серьезно? Это что такое? Да? Даже так? А чё, серьезно? Не, ну это 100% киберпанк. Не, ладно, кожу поставлю так, рельеф, мышцы, чё? А где рельеф мышц? А, такой качок. Да ладно, пофиг, пускай будет чё. Вены? А где? Блин, какие у него страшные брови. Да у него, в принципе, лицо страшное. Чего написано? Шрамы на теле, детали на коже, цвет чего? Так, волосы, стиль прически. Это что это? Это какого-то чунинфата дедушки, судя по всему. Не, а есть нормальные прически? Ага, вот здесь. Ага, ага. А можно это как-то смотреть, не выбирая? Ну, такая себе. Так, а это что? Это ж какая-то попсятина. Ну, это такое себе, это тоже такое себе. А можно тебя отдалить чуть-чуть, чутка? Так, спокойно. Ё-моё. Это типа тоже какая-то это. Ну, это да. Это да, гнездо глухаря. Но, типа, вот это ничего так прикольно смотрится. Это как бы не знаю, но... Ля-ля-ля. Девочка ждет трамвая. Где был-то? Вот это более-менее. Ну, не. Музяк, короче, походу громкая. Это что такое? Ну это да. У нее лицо страшное, серьезно. Опа, это да. Это да. Я так понимаю, здесь все вместе, да? Очень много причесок. И женские, и мужские. Ё-моё. 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 Так, что мне понравилось? Мне понравилось, где оно? Нет, не это. Нет, не это. Короче, вот это оставлю. Пофигу. Так, цвета. А есть? Глянец. Ё-моё, это что такое? Прикольно получилось, кстати. Растительность на лице. Брови. Нужно какие-нибудь нормальные брови сделать. Нет бровей. Ну, так вообще страшно. Не, есть такие прямые брови. Почему они все косые? Ну, даже не знаю. Давай вот такие оставлю. Так, брови, цвет, ресницы,
Ой, как это все много. Не, ладно, это, короче, оставим. Дальше смотрим. Голова. Лоб. Брови, уши, ёсси-попсили, рот. А есть просто голова, тип кожи, морщины, шрамы на лице, пирсинг, макияж. Короче, ладно, оставим. Это что такое? Голова, руки, туловище. Что на голове? Лицо нельзя поменять. Какое-то мужиковатое лицо. Ладно, похуй. Голос такой? This game ain't gonna play itself. What should I do first? Анимации. А как это посмотреть? Что это? Приколюхи какие-то, да? Ладно, оставим. Ну, это Saints Row, здесь по-любому всякий стёб. Золотой. Там всякие лица. Ладно. Как выбрать-то? Как нажать готово? Я выбрал. Алло. Дальше что? Так, ваша точка... Вы точно закончили настройку внешнего вида своего босса? Да, надеюсь, ты не выйдешь, потому что я не нашел кнопки продолжить. А, ну да. Antonio, glad you came to your senses. Антонио, хорошо, что вы... I'm kind of having a party right now, but we'll talk business later. Я подойду к вам позже, он сказал. We got a party going on, so I'm gonna keep this one short and sweet. У нас вечеринка в разгаре. Fuck the idols. Fuck Marshall. The Saints are here to stay, baby. Святые здесь, детка. So, if you know how to shoot a gun or if you broke and want to learn how, swing by the church. We'll be waiting for you. Или быстро куда-то что-то бежит, идите в церковь. Короче. Yeah! Yeah! Очень быстрые субтитры. Что за херня? Плохой интернет. Все, вам симхана. Да, вот и кровяка. Why? Зачем? Не знаю. Чё-то с лицом не так. Не, ну если детально делать персонажа, то это, конечно, можно запариться и на час. Как есть некоторые люди там, Джокеров делают, в Elden Ring там сделали этого из... Как его, Квентина Тарантино-то? Персонажи. Чё кого там за драка? Бабки не поделили. Короче, 4 персонажа, да? Ботаник, судя по всему, мажор, лидер и, судя по всему, хакер. Что это, тюрьма какая-то? Нет. На заднем дворе похоронили. Судя по всему, да. А кто? Чё происходит? Лопата, мобильник и всё. Нормально, чё? Нормально, тусовки так и должны быть. Тусочи обычно так и заканчиваются. Так, несколькими месяцами ранее. Здравствуйте. Добро пожаловать в охранное предприятие. Чего-то там Маршал, походу. Мы знаем, что попасть сюда нелегко. Но вы не просто выжили в некоторых там сражениях. Вы доказали, что подходите нам. Нет. Слушайте, что скажет наш папа. Здарова, я Антиус Маршал, Атикус. И они еще не до конца субтитры. With a little TLC. Technologically advanced weapons. Loose morals. Высококачественное оружие, свободная мораль. Букв.
Зачем вы сейчас это смотрите? Я знаю, что это. Зачем смотреть это сейчас? Ну, раз в нас будут стрелять, мне кажется, самое время немного дополнить. Как же так быстро-то? Короче, она говорит, статистика говорит о том, что все умирают, не доходя еще до самого начала. Так что нехера страдать херней. Меня музыка до сих пор играет в голове. Держитесь плана, держаться вместе, и все будет ништяк. Короче, она говорит, это тебе не поможет. Можешь не смотреть. Окей, а что не поможет? Типа, какого фигня ты, какую фигню, какого херни, какой, короче, как, какого хера ты смотришь эту херню? Так, команда, вперед, выдвигаемся. Первый день на работе. Новобранцы, не зевай. Оуэй, черт. В укрытие, ой. Нормально сразу ракетницы приглушили. А, вроде пока норм. О! Стонет от боли. Господи, это мой первый день на этой долбанной работе. Так, спокойно, 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 спокойно. Так, шилд бежать. Опа. Контрол кувыркаться. Опа. Так кто там гасит? Я ни хера не вижу, если честно. А, все, вижу. Да хорош! Сейчас перезаряжусь. Кто, блядь, стреляет? Пулеметы, что ли? Ну-ка, сдался отсюда. Оп! Очень быстро, конечно, дергается все это. Да хорош! Яу! Отлично. Так лучше. Так, Сильвер, какой-то Сильвер. Фак. Ну, не знаю, у меня вроде не тормозит, как бы. Ну, как-то управление, конечно, физически такое. Маршал Скам. Так, перепрыгнуть пробел. Хоч. Хоп. Здорово. Чё как? Добрый, ты все еще жива? Ты как будто разочарован. Присоединяйся к нам. Погнали. Гоу-гоу-гоу. Так, пацаны, спокойно, спокойно. Без прицела вообще не попадает. Хуиз. Отлично. Кто? Да кто? Пацаны, прекратите. Здесь, по идее, должно все взрываться к херам. Ну куда ты лезешь-то, баба Лагануш? Хорош калечить. Все, бака. Кто, блядь? Ты чё? Прекратите хулиганство. Ёпсель-дропсель. А, я могу сесть, да? А чё вы раньше-то не сказали? Не треть, матрить, вы откуда взялись-то? Ты сейчас серьезно? А чё вы не дохнете? Да откуда вы стреляете? Блять, какие-то звездные воины прям. Это еще что такое?
Куда? Что происходит? Я, если честно, не помню, было ли вступление вообще сюжетно в предыдущих частях. А, Гвен, Гвен, ты меня слышишь? Эй, кто-нибудь? Пиу-пиу-пиу! О! Так, Е добить врага и восстановлять здоровье. Восстановить здоровье, хорошо. Что за собака? Это чего, так добивает? Угу, а сразу нельзя было? А, окей, здоровье появилось. Так, автомат-то у меня есть? Кулаки, пистолет, да есть, а чё у меня есть? Спокойно. А чё за автонаводка сейчас была, я не понял, или чё это? Как будто сработал. Чё это? Ой! А то есть, когда мне... Так у меня же не полное здоровье, почему не сработал удар? Е. Так, пацаны, здравствуйте. А чё такое за проценты? А чё такое тикает внизу? Удар ногой, F. А что это такое-то? Это какое-то безумие или что у меня загорелось? Или это типа восстанавливать здоровье, что ли? Еще надо подождать? Еще в натуре? Ну-ка, давай проверим. Да ладно! Хорош! Капец, учё. Вы издеваетесь это? Типа, такое мега-умение крутое? Чё это? Смысл-то вообще есть? Да, интересно. Гвен, hello? Do you read me? Newbie, you're still alive? Yep. I hear that a lot. The Nawali's holed up in the saloon up ahead. Чё написано, я не понимаю. In a minute. Gonna clear out some goons first. I gave you an order. It's on my way. Besides, пацаны. I don't want them coming up behind us later. А, так, да. Next time I give an order, the only words I want to hear are yes and ma'am. Got that? Yes, ma'am. Чё это за цифры? Кто-нибудь понимает, чё это за я не понимаю? Удерживайтесь, лес. Ни хера не понял. Я реально не понимаю, что это за цифра. А куда мы вообще идем-то? Так, судя по этому... Что-то дофига. Народу повыскакивал. Гранаты кинул? Сейчас серьезно? Я не пойму, как это работает, управление. А ну целится, то не целится вроде бы. Как будто какая-то помощь. А мне это зачем? Типа здесь оружие кривое. Бля, оружие то убойнее. Ты где? Дружище. Feels good to make an honest living. Ой, что я забыл. Кто? Откуда вы? Что ты оружие-то возьми? Стоит, бляха. Well, C4 should take out that barricade. C4, ага. Так, как взять? Как кинуть? Ясно. Легко и просто. R подорвать. Couldn't do that at my last job. Чё за дикий запад? Дикий-дикий west. Здорово.
Ряд, что ты с нами? Вперед! Нуби, once we hit the saloon, you flank left, while the rest of us hold the center. Flank? But I can... Вроде настройка все включена, все на максимуме, и 2К, синхронизацию не помню, нашел, не нашел, но вроде как бы стандартно. Но она реально такая, она, блин, тут нет никакого сглаживания на самом деле, потому что... Что написано опять? Кью? Пригнуться. Newbie, I told you to flank left. No plan survives contact with the enemy. Куда ты стреляешь-то? Ты чё, блин? Ты кто, блин? Я изучаю. Здесь какие-то цифры для меня вообще непонятные. Q присесть. Серьезно? Кто это придумал? Чтобы на Q присесть. Обычно C присесть. Странные снайперы. Сидели, пошли в атаку. Кто свой, кто чужой? А если по шарам? До свидоса. Да ё-моё, вы откуда сыпетесь-то просто так? Нельзя же так сыпаться без конца. Может, перезарядишься? Пока не весело, если честно. Saints Row всегда был веселый, а это... Блять, они просто сыпятся и все. Пачками. Это наши, да. Я ни хера не вижу из-за ваших красных фонарей. Не знаю. Фукайте так гонимо. Так, войдите в салон. А, да, они его просто охраняли. Дай с ноги хотя уже, бляха. Что нужно сделать в наши дни, чтобы просто спокойно напиться? Ну, вы там really был. Ты правда думаешь, что тебе по силам меня остановить? Думаю, да? Эй, where are you fucking going? Эй, ты куда черт тебя собрался, подери? Я с тобой разговариваю. Then respect this. You set one foot on those stairs. Тогда уважаю вот это. Holy shit! Ты твою мать! No, you goddamn don't. С него, короче, ножик был в ботинке, если вы не заметили. Если ты не заметил, что? Так, спокойно, пацаны. Спецназ здесь. Кто там? Спецназ маршала. Энда. Блять, куда ты шустрый гад побежал? Так, спокуха. О! Кто? Полежи, дядя. Чё за дым красный? Напердел тут красный какой-то херней. Не понял. Направо пошел или налево? А, ну сюда горит. Смысл? Почему? Нихера у него там, блядь, космический корабль. Какого, блин? Нам нужна поддержка с воздуха, быстрее, не высовываться! Чё это? Отлично. Мишка, уберись, пожалуйста. Гвен, у нас проблема. Я что-то пропустил, да? Я нечаянно нажал. А,
Come out with your hands up. Not today. Oh fuck. Well, Да вот эти еще откуда взялись? Чуваки, которые сыпятся пачками. А елки, че все взрывается так, как сдос? Я не могу, мышка трясется. Там бляха бесконечные чуваки. Главное, туда смотришь, не выходим. Смотришь в другую сторону, они там выходят. Да блять, кто? А можно мне и камеру, пожалуйста, спасибо. Да блять, ваши пассатижи, вас откуда вас столько? Да, блять, кто еще там? Да прекрати, дружище. Я не вижу ни хернише. Все, закончились? Бля, бесконечные чуваки. Чувачки бесконечные, это да. Давай вылазь уже, ну. Ну, здрасте, блядь. Я чертовски прав. На тебя, на, собака, на. Оу, оу. А че в шлем-то бьешь, дурачок? Ау. Ай. Ай-яй-яй. Ты слишком предсказуема. Неужели? Мягкая посадка. Неплохо. Неплохая попытка. Поднимай руки, засранец. Мне удалось. На самом деле, реально в такие игры неудобно стрелять, и ехать, озвучивать. Вот все, что мне как бы и в GTA не нравилось. Что там, что гардероб, бляха. Короче, когда вот едешь, озвучиваешь, лицо мне не нравится ее. Не нравится, как лицо получилось. Ну, мужики-то вообще были какие-то непонятные. Так, голова. Шляпа. Шляпа. А, то есть... О, прикольно. Ну, не особо. Не, косички-то уберутся. Так, шляпа... Да, бляха. Верхняя часть лица. Верхняя часть лица, что? Очки. Не понял, погоди, как это? Верхняя часть лица. Материал. Непонятно. Да? Ну, такие себе. Особенно два. Ладно, давай это сделаем. Я не понимаю, что такое материал. Цвета. Да хрен бы его узнал. Пускай такой будет. Так, вверх. Погоди. Низ.
Нижнее белье, серьезно. А, здесь можно было еще, кстати, все разыпывать, но там типа квадратиками будет обозначаться, либо совсем убрать. Но это, конечно, это уже. Зачем это сделано? Вот серьезно, мы сейчас будем выбирать. Боксеры, фигоксеры, это понятно. Штаны давай, вот. Да? Потрепанные лосины, джинса, это не знаю, что такое, шорты. А можно без штанов вообще идти, да? Ладно, давай сделаем вот эту. Так, штаны вверх. Куртки, рубашка и топы. Опять нижнее белье. Серьезно? Майка. Так она и так есть майка. Так, ну ладно, смотрим рубашки. Красная, это белая. Рубашка. Это такая, это такая. А хрен его знает. Если честно, мне белая нравится. Куртки. Куртка пижонская. 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 Ступни. Носки, обувь, серьезно? Это вообще так имеет значение? Ты на самом деле по херу. Ну давай, чтобы обувь. Как это все? Ботинки. Красные кеды. Да, ковбойские, конечно. Носки, если честно, вообще не подходят, как бы. Да похер, оденем вот эти кеды. Цвета еще можно мне, серьезно. Костюм внезапно открылся. Ага, спасибо. А где закончить? Что это такое-то? Одежда, тело, кожа. В смысле, это опять все можно менять? Да ладно, я же это делал. Да, подтвердить. Я пока ничего не нашел. Ладно. Not a bad start. Ты же не умерла. Другальки. Бляха-муха. You're not gonna last. Your pep talks need some work. This is for you. Performance bonus. Это вам премиальные. Is this a joke? Это шутка? You ribbon the rookie? What were you expecting? There's supposed to be a bonus based on exceptional performance. That's right. And if you had performed exceptionally, you would have seen a bonus. Oh, come on. Can you really look me in the eyes and say I didn't do well? I can look you in the eyes and say you didn't do what you were told. I saw a better way and I took it. And if you were in charge, it would have been an inspired decision. But you're not. I am. This is a warning. Fall in line or find a new job. Задание завершено. Первый день. ХПшечка. Вот теперь Enter кладу, что понимаю. Так, приложение мода разблокировано. Настройте свой внешний вид в любое время и в любое место с помощью телефона. Хорошо. То есть это не как в GTA, да? Если создал, то уже все навсегда. Тут, то есть, можно в любой момент, где хочешь, опять переделал там. Блин, ну тут как бы много настроек, возиться вообще неохота. Вот. Теперь, блядь, Е продолжить. А, это загрузка типа идет, что ли, или что? Так, вот это же поездка. Утренняя поездка с работы. Сядьте в ваш автомобиль. Не знаю, она почему-то реально неплавно все равно идет, то есть нет плавности 165 Гц. Это моя машина. Ага, так не моя машина-то. Я просто проверил. Да-да-да-да-да. Опа, прыжок, это прыжок. Дэмит. Черт. Deep Silver представляет. Это моя, да? Черт. Совместно с Embracer Group. Тут типа музыка должна быть, да? А, чертов день.
Игра компании Volusion. Volusion. Ну... Что это сейчас было? Ну, конечно, все у вас ходит. Ну, управление такое, конечно, деревянное, во-первых, а без физики какой-то. Хотя, наверное... Ё-моё, ручник-то какой, жесть. А есть радио или у нее нет радио? А есть менять вид? Так, Q, F... Ага, F это гудок. Z, X... Что я сделал? На X машину стал. V, T, P, E, U, A... А где вообще задний вид? Или здесь типа не нужен задний вид? Короче, ну, кроме гудка я ничего не нашел. У вас три новых сообщения. Hey, ладно, едем. Адюшка будет. Что это, блядь? Сорян, я не заметил. Привет, это Нина, я так рад тебе новой работы. Я не буду читать, ей неудобно. Ладно, все, едем. Здесь наверняка должна была быть музыка, но поскольку она отключена, ее нет. Лос Пантерос, Эспиратус. Какой же здесь деревянный ручник. Она же должна без заморочек быть, в принципе, издата. I assumed it was because you wanted to read it, not to level out the coffee table. So let's talk about that when you get back. Can't wait to hear about. Но без мушки скучно. Здесь всегда была веселая музычка. Ручничок, конечно, да, такой себе. Она, короче, не знаю. Она либо не оптимизирована, что возможно, либо она как-то все-таки реально не предназначена для всех вот этих вот. Ну то есть даже, блять, стреляешь. Извините, я не специально, я что-то говорил, что я говорю? А, про то, что она, возможно, и должна такой быть. Ну, блин, как-то деревянный, не знаю. Хотя, мне кажется, старые Saints Row также были. Но там какая-то все равно приколюха была, мне кажется, там управление получше было. Возможно, я путаю, я миллион лет не играл. Возможно, на фоне сейчас нынешних игр с физикой, с графикой, да, это, конечно, кажется так глупо и нелепо. Но вот эта дерганность, она присутствует. Скорее всего, просто денег не хватило на то, чтобы как-то сделать ее нормально, доработать графику, это плавно сделать. Вот. Ну, ощущается, да. Не как 165 Гц, а как какая-то это... Рассинхроночка. Без музяки очень скучно. Да что за городок-то, твою мать, пиндехус? Ну, это вымышленный, кстати, город, но похоже на какой-то... Так, это что, мое, да, судя по всему? Нет? Не сюда? Ну, я понял, что сюда, но... Мексик, типа, походит, судя по всему. Вот это мой клуб, да? Или что это? Или здесь я живу? Вот это парковка? Это мой гараж? Эй, Кев! Эй, где ты? I'm about to take the quiche out of the oven and it won't be nearly as good cold. Get your ass home before we drink all the mimosas. Be right there. Здорово, пацаны. Девчульки. Я не хотел, сорян. Я же не знал, что она пистолет достанет. Oh, everything smells amazing, Kev. You know what would make it smell even better? Hey man, if you want a $300 waffle maker, you can buy with the exposure the idols pay you in. Don't expect us to chip in. I've told you before, the idols are trying to build a post-capitalist society where money is not a concept. Yeah? Then why don't you go run off and join the commune? I'm into showering. Are you gonna help me get the waffle maker or not? As an investor, I don't like wasting money. You're wearing a fucking bow tie. Okay, I will throw in 20 bucks for a waffle maker. Nina? Good for 10? Who helped you move your forged paintings last month? Fine, 15. What sort of waffle maker can I get for 35 bucks? Presumably one that makes fucking waffles? Hey! The wage slave is back! How was your first day? Were the other mercenaries nice to you? You know, as far as hired killers go, I'd give them a 7. You look like you could use a mimosa. Thanks, Eli. Seriously, how's the job? It's the murder business.
The fundamentals don't change, just the uniform. I can tell you love it. Okay. I don't have to love it, I have to pay my student loans. Phew. Amen. So, I'm guessing that means the pay's good. It's supposed to be. Got stiffed on my bonus today. Dude, what the fuck? I played a little fast and loose on the job and, well, my CEO wasn't a fan. You gotta be kidding me. Swear to God, this lady walked right off the set of an 80s action movie. I was half expecting her to call me Rook and threaten to take my badge. Are we gonna make rent? We'll make rent. We just gotta be a little more creative. Last time we got creative, I got stabbed 3 times. Hey, it would've been 4 times if Nina and I hadn't shown up. It would've been 0 times if you were on time. This is true. Look, this is really not a big deal. We just knock off a payday loan place. No one gives a shit if people rob those bastards. You have a job now. You could actually just take the loan. Eli, I don't do business with morally bankrupt companies. You worked for Marshall. Brunch is a time for friends and mimosas, not debates on morality. All right, all right. Man, this is really fucking good, Kev. Thanks. I was worried I added too much pepper. No, seriously, this is perfect. The only way this could be better is if you put on a fucking shirt. Dinner and a show, baby. Oh, please. Okay, brunch is done, dishes are clean. Let's go rob a payday loan. You know how we should celebrate afterwards. Karaoke. Yes. Кирияки. Это типа наша хата. Это... Чего написано? Схрон. Оружейный схрон. Ага. Ясно. У меня есть типа калаша, но это не калаш. Все понял. Здесь мы храним оружие. Это, судя, выход. Тут что у нас? Банная. Смотрим, что апартаменты. Это типа спать. Не время для сна. Ё-моё, какие большие лампочки. А что за находите? Гардероб. Гардероб, понятно. Чё голова-то? Шлемы. Ну, прикольно, да, кстати, но не знаю, не особо. А, ну стандартненько, да? Да хрен бы его знал. Давай одень. Так и на улице шара. Пять нижний. Майка. О, майка прикольная. Майку одену. Так почему это нижнее белье, непонятно. Обычная майка. Чё это было? А, да? Она нам нужна? Экстремальный пурпурный. Я не знаю, что это такое. Опять не туда зашел, короче. Куртяга, все нормально, все ништяк. Так, можно меня выпустить, пожалуйста? Как-то реально все это дергается и... А можешь спрыгнуть? Да, зачем на ЛДР выходить? Когда мы... Чё, твоя колмага, что ли? So, Nina, are we taking your project car? Fuck no, I'm not risking my baby over rent. We're boosting cars from down the street. Чё, запердёшь? Ooh, can we take a hybrid? Eli, I love that you're worried about fuel efficiency, but I'm thinking acceleration is gonna matter more. Your carbon footprint... Oh. Крадите машину. Just take that yellow one. Watch out! Что у него жопы? Сразу на эвакуатор, да и все. Ну, пободрей, но управляемость это что-то вообще. Где еще спидометр? Блях, на ней может пиндюриться. Нихера она жмет. У нее ручника нет? Ручник работает только. You have more agency and power than the world Кто говорит? Wants you to know. But to realize that power, Радио? There's something you need to do. You need to be your own boss.
Чуть не понял, куда. Не, ну я включил-то не болтовню. Ну, колесико не работает. Колесико ничего не делает. А, это так и надо, что ли? Ой, что-то мне нога затекла, бляха. Roger McGillicuddy speaks. О, погодите, погодите, пацаны, 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 What can I say? The world is full of uninteresting people, and I'm not going to be one of them. You got one of those for me? You really want one after last time? I am not the first person to accidentally shoot a friend by dropping a loaded... Yeah, okay, I don't need a gun. Good call. Showtime. Чё, как, пацаны? Братаны? Так и пушки взяли и пошли. So I made them watch while I broke their dad's... Oh, shit. Walk away, or the phrase dead-end job gets literal. I don't have much... We don't want your money, just his. Get out of here. You done fucked up. I've been getting that a lot lately. Where's the safe? If you're lucky, the cops will get to you before my people can... Nice left. Been practicing. I can tell. Safe's back here. This guy had his password be a bunch of fives. Pick it up, Eli. I'm just saying, he could have at least made his work. Да, прикольно у него пароль. Ты легко и просто пришли, вмазали и ушли. Pretend traffic laws matter and get the money home. Nina and I will split up and give the cops the runaround. Cool, let me get the McGilligan. No! А чё мы тогда в самом начале херню какую-то страдали? У них у всех тачки свои. Yeah. See you at the switch. Это, наверное, был Бентли. Чё-то похоже. Хотя хрен его знает. Time to beat it before the cops show up. Игрушечный. Life is full of adversity and challenges. Oh, fuck no. Да вы что шутите от полиции, Павел? А, как все трясется. Плохая оптимизация, судя по всему. Я что-то проехал, да? Нет. О, так она не заворачивает. Вы что, издеваетесь? А, я думал, он бесконечный. В смысле? А где серьезно задний вид? Иди отсюда. Какие нелепые копы. Отлично, блядь. Да? Охренеть. Ты чё, прикол? Таран-баран. Всё, им хана. Ничего так. Но тачка древенная. Блин, я не знаю, серьёзно. Возможно, дальше будет интереснее. Пока я не знаю, зачем это вступление такое длинное. А мне есть здоровье у моей машины. Что это? Куда это? Давай, детка. Я-ра-ра-ра. Куда меня везет вообще? Кто чё кого? Годись вообще проезд с тобой. На свалку машину. Новый уровень 2. Так, новый уровень, новый навык. Вы повысили уровень и получили новый боевой навык. Тап используйте. Так, что это? Чтобы активировать навыки, удерживайте колесико мышки. Навык требует полной заливки. Ясно.
Нажмите Tab. Ой, какой деревяшка. Это как будто в GTA 2 играешь, наверное. Хотя там телефон не было. В 3 был. Да, по-моему, в 3 тоже не было. Так, чё мне надо-то? Навыки карта... Нет новых... Что-то закрыто. Ладно, давай навыки посмотрим. Так. Ананасовый экспресс. Ага. Дымовая завеса, окей. Мина. Улучшение здоровья. Строгая мать. Ну, судя по всему, как-то активировать-то. Один, три страница? А, да? А может... Ясно. И чё? What the fuck did you assholes do to my getaway car? Ain't your car if it's on our turf. Now you're gonna pay for parking. Fuck him up! Things I do to pay my rent. I'm gonna watch you burn! No one pulls a job here without Sergio Sexo. I needed that fucking car. Кто такие, мазафака? Что это такое, блядь? Да, бляха, что происходит? Еще, блядь, дурачки? Кто еще живой? У? Ну-ка, подойди сюда. Как тебе такое? Отлично. Problem. Los Panteros scrapped my switch car. What? Los Panteros. Police picked up that firefight at the junkyard. They're heading your way. Grab a bike and head off-road. Надо было винтовку достать. Damn. А как оружие убрать? А можно это? А как я нажимал? Какой-то... я на что-то нажимал, чтобы появилось оружие. Ну, C убрать, да? Чё ты там запускаешь? Ладно, хер непонятно. Так, это мой тачку, да, разобрали? Вот, вот козлы хотел сказать. Вот сказал, хотел сказать, п. Лос Пантерос. Ё-моё. Да как так управлять-то? Блять! Куда? Зачем? Почему? За что? Ты дурак? Пантерос, Лос Махетос. Отвезыкос? От меня-кос. Ё-моё, так серьезно. Ой-ой-ой, какие страшные. На нем тоже так можно делать? Нихера неудобное управление. Ну да ладно. Я серьезно, я что-то не помню, что такое было деревянное управление. Лос Пантерос Эсмиратос. Уф, крутой пике косички. Да куда ты? А можно так это? А, да? Ты даже так умеешь, нихера себе. Ну прикол здесь, да, здесь всегда были шуточки знатные, какие-то приколы, приколюшки, стебоны и прочее, но... Не знаю. Лицо мне не нравится и все. Ну как будто мужское. Ага. Зашибись. Well, shit. Да, дерьмо. Down on the ground! Короче, они банда тут местная, всех спасают. Друг за дружкой, короче, никого не бросают. Хера себе, да? Да ладно. Форсаж токийский дрифт отдыхает. Серьезно? You said you didn't want to risk your car. I said I didn't want to risk it for rent. I'd risk anything for you, dummies. Да.
Короче, Вин Дизель отдыхает, вот что. Вин Дизель так не может, нет. So, is this how it's gonna be every time we have to pay rent? I thought that went great. Yeah, okay. Maybe I can go back to running my old side hustles for extra cash? Don't worry. We'll figure it out. This town is full of opportunities. If you know where to look. Санто и Лисо. Здание завершено, пора оплатить за... Так, наличный собрал 3500, неплохо. Опыта собрал 3836, не знаю, так себе. А разблокирована квартира. Вооружайтесь в оружейном схроне. Хранить транспорт в гараже. Разблокированы побочные аферы. Зарабатывайте деньги на... Ну, не совсем на законченных под... Чего? Подработках. Приложение в розыске разблокировано. Контракты на убийство. Короче, прочее дребудяшка. Ладно. Как бы толком пока ничего не понятно, но хотя бы дали пощупать физику, дали пощупать игру. Звонить телефон. Ну, это и мы так знаем. А как его взять? Glad you made it home safe. We have to get better at this rent thing, or we'll never get to do karaoke again. Also, we'll get evicted. Nina said you might go back to some of your old side hustles. I have some friends who might need work done in your area of expertise. When you say friends, do you mean friends, friends, or special friends? All my friends are special. I'll put their info on your map. I think you'll really like them. I like them fine as long as their money's good. Thanks, Kev. Новые сведения. Достать телефон. Задание в розыске. Ага. Стукач, марафетчик. Награда 5000. Выбрать цель. Ясно. Стиль. А, блядь, серьезно, точно? Не, не то. Так, давай карту глянем. Так, мы, собственно, где? Мы, собственно, вот здесь. Вот это что такое? Магазин одежды. Серьезно? А на чем зарабатывать-то? Тынь-тынь-что? Побочная сфера. Так, судя по всему, это как-то... Территория Лос Пантерас. Территория Лос Пантерас. Мусорный дайвинг. Что? Оружейный магазин. Так, а где задание-то? Побочная эфира. Это что такое-то? Кевин, здесь... Если с ними... Баги РС. Ну, это какая-то гонка, судя по всему. Что за мусорный дайвинг? Ясно. Короче, здесь как бы дохера дополнений, но если проходить сюжетную кампанию, то она то ли часа на 4, то ли может быть на 6, что-то типа такого. Ну, карта, собственно, вот она. Я пока не вижу, где основные. Угрозы, побочная афера, открытие магазина. Вот нам описано, да? Где главное здание? Ну, как бы карта, не знаю, что типа... Возможно, нормально, возможно, маленькая. Ладненько. Я не знаю, стоит ли в нее еще поиграть. Ну, может быть, одну серию я еще сыграю. Для того, чтобы реально понять, что к чему, когда, зачем, почему. А так, в принципе, я не увидел ничего нового. Ну, бляха, серьезно, столько лет прошло, с какой части там... Какая последняя-то была? Пятая, шестая? Потом что-то опять... перезалили, какой-то ремастер же выходил вот недавно. И, собственно, все. А тут вроде выпустили как бы заново, но нифига не заново. И непонятно, короче, не знаю. Ну, говорю, ничего нового, блин. Интересно она будет, неинтересно, не знаю. Скорее всего, нет, какой-то проходной трешняк.
Собственно, сами смотрите, если вам понравилось, то как бы понравилось. Я пока не понимаю. Возможно, еще одну серию сниму, возможно, не сниму. Не знаю, посмотрим, как вообще записалось, как что, потому что что-то как будто какие-то лаги, какие-то что-то. Музыки вроде нету, хотя настройки... Не знаю, 160 Гц, 2000, полный экран. Я не нашел, кстати, здесь синхронизацию, возможно, она есть. Возможно, ее нету. Ну, что-то такого, короче. Вот. Ладненько. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал, на паблик, инстаграм, телеграм. Всем пока. Пока.